quiere que la haga suda. Ella quiere voy a darle pa' que sienta el y de nuevo el Приближается Новый год, и вместе с ним самая острая проблема – что надеть? Хочется не просто создать праздничный образ, а еще и угодить будущему символу из китайского гороскопа. В этот раз к нам приходит собака интересной породы – желтая земляная. Она может как завилять хвостом, так и показать в злобном оскале зубы. Задобрить небесную покровительницу поможет правильно подобранная одежда. Итак, будем разбираться, что надеть на Новый год 2018. В поле зрения попадают актуальные цвета, ткани, фасоны, а также важные дополнения – аксессуары. Логично предположить, что главными цветами наступающего 2018 года будут желтый и коричневый. Так оно в общем и есть, учитывая массу оттенков – песочный, золотистый, терракотовый. Смело добавляйте серые тона – от перламутрового до графитового. И вспоминайте, что земля – не только почва, но и растительность, водоемы, природный и рукотворный ландшафт. Все это среда обитания тотемного животного. Определяясь с нарядом и ориентируясь на свой знак зодиака, не стоит забывать о предпочтениях хозяйки грядущего года – собаки, и о том, что рекомендуют для вечера стилисты и дизайнеры. Тут как раз все довольно гармонично, так как в тренде сегодня естественность, мягкость, плавность линии, мягкость фактур и неяркие тона. Как раз налицо совпадение с предпочтениями вступающего в свои права друга человека. Почетные гости по нраву придутся любые вариации на тему зеленого, бирюзового, пурпурного, оранжевого, розового, голубого. Фасоны в год собаки лучше выбирать нейтральные. Ей притят как излишняя вычурность, так и незаметная скромность. Элегантный или оригинальный крой, полупритальный или летящий силуэт. Если открытая часть, то только одна. В целом, что будет на вас, платье, комбинезон, костюм, брюки или юбка с топом, не имеет особого значения. Единственное требование – надеть то, что не стесняет движение. Соответственно, выбирайте и ткани – мягкие, хорошо драпирующиеся, струящиеся. Подойдут шелк, шифон, тонкий габардин, бархат, кружево, трикотаж. Нежелательная парча, атлас. Если вечернее платье – не ваш вариант, нет проблем. Практичная земляная собака оценит демократичный новогодний наряд, который после праздника займет достойное место в повседневном гардеробе. Наряд у всех знаков зодиака может быть и однотонным, и сочетать в себе несколько оттенков. Главное – отказаться от животного принта, от любых упоминаний кошачьих. Не нужно дополнять наряд мехом, ни натуральным, ни искусственным. Что касается мужского образа, если планируете встречать Новый год в ресторане или отправиться на корпоратив, то беспроигрышным вариантом будет классический костюм. Неважно, какого кроя он будет. Вы можете добавить в свой образ праздничных аксессуаров, не слишком броский, но в то же время новогодний галстук, интересные запонки, прищепку для галстука или даже носки. Для неофициальной обстановки можно подобрать модные брюки и рубашку. Рубашка может быть какой угодно, однотонной или же иметь яркий принт, быть пастельного или яркого цвета. Рубашку можно дополнить стильной жилеткой со скандинавским рисунком или вязаным кардиганом. Свитер крупной вязки всегда актуален в холодное время года. Если вы планируете встречать Новый год 2018 на даче, в кругу друзей, то посмотрите себе модный свитер горчичного, белого или желтого цвета. В этом году оттенки золота и серебра пользуются популярностью не только в женской, но и в мужской моде. Какой бы вы наряд для себя не выбрали, главное помните, чтобы удача вам сопутствовала круглый год, не стоит встречать новогоднюю ночь в трениках или домашней футболке. Собака хоть и дружелюбное животное, но все же не потерпит такого пренебрежения в одежде. Определившись с тем, что надеть на Новый год 2018 по знаку зодиака, нужно тщательно продумать украшения и аксессуары. Представителям любых знаков зодиака астрологи рекомендуют для новогодней ночи четное количество украшений. Лучше использовать браслеты, броши, кольца. Для прически прекрасно подойдут заколки. Главное встречать наступающий год в большой, уютной и теплой компании близких друзей, родственников, весело, с надеждами и верой в хорошее. Тогда он обязательно принесет радость и счастье.